Вот уже седьмой год на территории России проходит международный конкурс «Сокровища нации», а в нашем городе впервые. Детская музыкальная школа два дня будет принимать у себя гостей из разных городов России. Здесь представлена вся Ростовская область, Волгоградская и много участников из других городов. Были у нас уже участники и из Украины, и из Азербайджана, и из Казахстана, и даже из Сербии, и даже из Бразилии. «Сокровища нации» – многожанровый конкурс. Вокалистов приехало около 300 человек, и они выступают в первый день конкурса. Второй день отведен для инструменталистов. В этой номинации около 150 участников. Судейская коллегия представлена в этом конкурсе высококвалифицированная. Это представители консерватории, Министерства культуры, училища искусств. Это лучшие представители культуры Дона, которые, безусловно, стараются не обрезать детям крылья, а дать возможность взлететь. Международный конкурс является своего рода культурным обменом, который объединяет многих и раздвигает границы. Детский талант – это особый талант, он еще непосредственный, замечательный, и его необходимо поддерживать. И международное конкурсное агентство «Созвездие» создано как раз-таки для того, чтобы поддержать молодые таланты, дать им маленькую ступенечку такую на хорошем фундаменте, чтобы они почувствовали свое творчество. И самое главное, мы отбираем здесь самых ярких представителей, таких звездочек детского творчества, которых мы представляем на зарубежных конкурсных площадках. Победители конкурса получат сертификат, дающий возможность представить Россию на международном конкурсе за границей – в Польше, Македонии, а в этом году и Швеции. Когда мы приезжаем туда, иностранцы подходят и спрашивают, вот это у вас уровень, откуда у вас такие дети? Мы говорим, это не весь уровень, это именно отобранные дети. Потому что они восторгаются, и наши, как правило, подтверждают те места, которые у нас здесь на конкурсах получают в России, подтверждают и там. То есть тоже всегда с призами приезжают. Пожелаем ребятам удачного выступления, а новошахтинским участникам победы, в надежде, что родные стены им обязательно помогут.